у самых крутых шпионов в мире не получится, обзаведясь семьей и детьми, уйти на покой. Враги не забудут про них, и оказавшись в смертельной ловушке, им придется рассчитывать только на своих детей и на их умение справиться с реактивным рюкзаком, электрошоковой жвачкой и подводной лодкой-трансформером. Компания West представляет «Большие герои в маленькой упаковке». Кассовый суперхит Роберта Родригеса. Антонио Бандерас в комедийном боевике. Дети шпионы. Thank you.